Сегодня 4 декабря, день выборов президента Республики Узбекистан. Нынешние выборы президента страны проходят в новых общественно-политических и социально-экономических условиях, значительно возросшей межпартийной конкуренции, политической и гражданской активности населения. Продолжают свою работу образованные в соответствии с законодательством 14 округов и свыше 9 тысяч избирательных участков. В освещении избирательного процесса участвуют около 1000 представителей отечественных и зарубежных СМИ. Среди них и наши коллеги – съемочные группы телеканала «УзРепорт ТВ». Избирательный участок номер 132 Мирзоулукбекского района столицы. Здесь, впрочем, как и везде, созданы все условия для голосования. С самого раннего утра избиратели, пользуясь своим законным правом, участвуют в важном социально-политическом процессе в жизни страны, голосуют за выбранного ими кандидата в президенты. Исполняющий обязанности президента Республики Узбекистан премьер-министр Шавкат Мирзиёев, кандидатура которого выдвинута от движения предпринимателей и деловых людей Либерально-демократической партии Узбекистана, сегодня ранним утром вместе с семьей, воспользовавшись своим конституционным правом, также принял участие в голосовании. Нынешние выборы президента проходят в новых социально-политических и экономических условиях, высокой конкуренции между партиями, а самое главное – при повышенной политической и гражданской активности населения. Это отмечают и прибывшие в нашу страну международные и зарубежные наблюдатели. По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 9 часов утра уже проголосовало 17,72% избирателей. Это еще раз доказывает, что население не безразлично к политическим процессам, к будущему страны, судьбе Родины. Напомним, что для участия в выборах президента зарегистрировано свыше 20 миллионов граждан. Из них 555 тысяч человек – это молодежь, которая участвует в голосовании впервые.